хорошо. Там, где лес шумит дремучий, там, где солнце прячет тень, где стоит ночная тень, озеро одно искрится, в нем студеная водица. Здесь темно, всегда и тут усилие тишины. Знали белых лебедей, что крадут в домах детей? Здесь избушка есть и в ней нет ни окон, ни дверей. В этой старенькой избушке дряхлая живет старушка, что зовут Бабой-Ягой, с костяной одной ногой. Гуси, лебеди ей служат со старухой этой дружи. Вот однажды в ранний час строгий шлет она наказ своим преданным гусям, с длинношеим лебедям. Эй, бездельники, летите, время камни тяните, не мочешь поплесите. Гуси дружно зашумели, встрепенулись, загалдели, и расправив крылья ввысь, поднялись и унеслись за холмы, за синие горы, за широкие просторы, где в деревне у реки скромно жили рыбаки. Лес становится темнее, пробираться
родились сестра с братом, оглянулись, отряхнулись и родители.